Март 2014-го. Керченский батальон морской пехоты. К воротам части регулярно приезжают ФСБшники, уговаривают командира принять новые флаги. В багажнике их «Лады» упаковки с новенькими травматическими пистолетами. С рукоятками цвета слоновой кости. Зачем вам они? Да, неважно, пусть лежат. Через 2 недели командир части изменит присяги. Вслед за ним под новые флаги уйдет большая часть батальона. Тех, кто остался верен Украине, выводит на материк замкомбата по воспитательной работе Алексей Никифоров. Они вышли в Николаев. 64 бойца. Голая казарма какой-то полузабытой части из числа тех, что на тот момент числились скорее на бумаге. Первый поход на рынок за самым необходимым. Первое спонтанное пожертвование на обустройство. Первый вечер на новом месте. Маленький телевизор. Репортаж о разгоне николаевского лагеря антимайдана. Кадры изъятого с места палаточного городка. В числе прочего они. Травматические пистолеты. С рукояткой цвета слоновой кости. Те самые. Потом было много всего. Волноваха и Славянск, Боинг и Донецкий аэропорт. А следом наступил август и Иловайск. День, когда Россия перестала притворяться, что ее нет на Донбассе. Иловайск случился в тот самый момент, когда Москва поняла, что теряет оккупированные территории, что поставки военспецов, добровольцев и оружия не сдерживают украинскую армию. Как только Кремль понял, что Киев скоро восстановит контроль над границей, он отдал приказ на прямое вторжение. Иловайск доказал 3 вещи. Первое. Боевики на Донбассе не способны удержать оккупированную территорию. Несмотря на прямые поставки оружия и бронетехники, несмотря на добровольцев и военных специалистов, единственное, что может противостоять украинской армии, это российская армия. Второе. Кремль готов использовать кадровые отчасти в тот момент, когда украинская армия начинает одерживать победы. По этой причине силовой сценарий деоккупации Донбасса обязательно будет сопровождаться масштабными боями. Просто потому, что отвоевывать утраченные боевиками позиции придет кадровая российская армия. Третье. Оказалось, что даже жесточайшая пропаганда не способна создать Новороссию. Сторонники русского мира в Украине готовы идти на избирательные участки, но не в окопы. Донбасс стал лишь 2-м актом крымской пьесы, но в обоих случаях это всего лишь оккупация. Та самая, которая начинается с травматических пистолетов с рукояткой цвета слоновой кости и заканчивается танками в Донецке. Их роднит одно и то же. Они не из Украины.